Заготовкой елок занимаются Муловское, Никольское, Лебежинское и Меликесское лесничество. У нас запланировано, в общем-то, 62 тысячи штук елок на площади 11 гектар. На сколько по потребности жители возьмут, это, в общем-то, видно будет. Елочные базары в Димитровграде открылись. Началась и профилактическая операция «Лес». Специалисты Меликесского лесничества вместе с полицейскими проверяют наличие всех необходимых документов на ввоз и право торговли лесными красавицами. Да, уже начали покупать люди елки. Те, кто хотят себе сделать праздник пораньше, ставят дом ее заранее. Новогодняя красавица в среднем обойдется от 200 до 700 рублей. А вот штрафы за самовольную вырубку от 3 до 100 тысяч рублей. Татьяна Елисеева, Виталий Немов. Новости Димитровграда.